Ну а сейчас на эту сцену выйдет человек, без которого не может обойтись конкурс «Песня для Евровидения», потому что это пока единственный в Беларуси победитель самого популярного конкурса на континенте. Ксения Ситник! Ситник и парни из клуба спортивного танца «Сигма». Песня называлась «Мальчишка из 8-го Б». Кстати, заметьте, сама Ксения сейчас учится в 6-м. Но звезда, понятное дело, может себе позволить поклонников из 8-го, из 10-го и даже из 11-го.